Уважаемые зрители, осень 2021 года продолжается, а к нам по-прежнему продолжают поступать печальные новости из жизни актеров отечественного кинематографа. Уходят как простые люди, так и представители творческих специальностей, уходят из жизни пожилые люди и совсем молодые, поэтому берегите себя, соблюдайте меры безопасности и старайтесь не посещать больших скоплений людей. Эти потери мы, конечно же, долгое время еще не забудем, никакие слова и слезы теперь не смогут их вернуть. Сейчас эпидемия вируса вспыхнула с новой силой, и многие известные люди ведут борьбу за жизнь. Можно смело назвать COVID-19 чумой 21 века, чем она и является. Вот и сегодня пришла печальная новость. Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве. У него на счету десятки работ в отечественных постановках мюзиклов, среди которых «Нордост», «Дракула», «Преступление и наказание», «Чайка» и другие. Он также принимал участие в съемках кино и телепроектов. В качестве вокалиста он выступал в шоу «Танцы со звездами» и «Победитель получит все». В 2017 году был номинирован на театральную премию «Золотая маска» в категории «Оперетта-мюзикл. Лучшая мужская роль» за роль Порфирия в спектакле «Преступление и наказание». На 57-м году ушел из жизни российский певец, актер мюзиклов, музыкальный педагог Владимир Ябычаник. Причиной смерти стал инсульт.